Мы продержались в прошлой миссии. Подкрепление дождались. Сжечь весь флот. Parasite is not to be trifled with. I hope you know what you're doing. Паразиты. Forward, warriors, and fear not pain or death. Так, нам дают вот такую вот херню такую нам дают. А кто управляет? Так, чувак, блядь. Ладно, ну давайте прокатимся. Нет, я все-таки не хочу. Да ё-моё. Во, наконец-то. Да, он сказал, неужели мое вождение было таким паскудным? Вы это видите? Так, я рулю. Да стреляй, мать твою. Какой бестолковый у нас водитель. Я, честно говоря, не помню, надо нам их уничтожать или нет. Вот там скорпион стоит. Сейчас я их... А, это не наш скорпион. Досадно. Паразиты контролируют наши транспортные средства. Не, слушай, чуваки. Чуваки, стой. Да, вы там разбирайтесь сами как-то. А я вот так вот разберу, потому что они просто бесполезны. Useless, как говорится. Он, блин, ловит мои эти выстрелы. Вообще. Так, ну тебе пусть мелочевкой разбирается, а я с крупничком. Там танк. Человеческий танк. Еще кто? Так, это ворог стопудово, да. Блин, да, против него неудобно воевать. А хрена тебе. Я живой? Я живой. Да, раздолбали его. А кто это там ездит, ёлки-палки? Хьюман! Ничего себе, до чего. Техника дошла. Зампаки у нас. Флат за рулем техники. Я думал, он стебал в начале.
Чувак, я тебя спасу. Не-не. Ой, извини. Извини, чувак. Короче, просрали мы технику. Более целую. Ну что ж. В общем, ждать их бесполезно. Контролька. Вы видели? Он со щитом был. Зомбак со щитом. Кстати, эти зомбаки похожи на эти. На хедкрабов из Half-Life 2. Блин, у Госта ядреное оружие. И танки выносит, и все, что хочешь, выносит. Так он у меня рассыпается уже. Вон херня это. Вон приехал мой напарничек наконец-то. Кстати, как называются вот эти вот здоровые стражи, я и не знаю, честно говоря. Сбил его. Так, нам посылает отряд самых опытных. Одного разобрали. Разобрали. Так, это садимся в еле живой танк. Оно еще живое? Да. Ничего себе, их три, оказывается, было. Скорострельность у него неплохая, кстати. Валим отсюда, валим. Потому что танку нашему осталось жить. Блин, они в этом. Что, все здесь уже в броне? Показалось. Ой, на недобитом этом. Так, я вот этого конфискую. Буду осторожней, обещаю. Что это было? Разбирайся, давай, давай. Есть.
Так, а ну-ка. Блин, хочется в танке поездить. Они все тут такие мертвые. А где здесь был танк? Все уже тоже нету. Эта хрень еще да умеет поднимать. С близка их нормально выносить. Так, тут главное, чтобы свой танк меня не снес. Что чуток не случилось. Ну все, движем дальше. Сменить бы транспорт. Я бы вот этот человеческий танк оседлал бы. Это уже по нам полетело. О, я его забомбил. Вот с этим вообще без проблем. Вот нам призраки — это лекарство. Тип-топ, и все готово. Да, ну вы поняли. Вообще не вариант. Унесли ноги. Танк у Ковената штукам бесполезная. Ага, думали, я не пролезу. Да ни, нифига, я по любасу пролезу. Я же говорил. А, не, он вообще не может по нам попасть. Так, ну давайте все-таки. Что у нас по оружию? Хорошо, хоть не сдетонировало. Да вместо Q нажимаю. Так, блин, ладно, избавимся уже от ближнего боя. Немножко по хедшотим. Тоже малополезная штука.
это универсальная вещь. А ну флип. Все, пора валить. Мне палит. Давай. Не-не-не-не-не. Набралось сколько. Блин, ей походу не кончается. Ладно. Немножко проредили их ряды и можно бежать. Не, беги туда, чувак, тебе туда. Кстати, у них, да, можно отстрелить руки, ну, по крайней мере, по первой части я это помню. Так, насколько я помню, то нам сюда. Нам как-то сюда. Да, я помню эту лажу. Здесь тоже. Отвалить от меня нафиг. Я живой. Да, вот тут стрёмный момент, там тут лучше пробежать по-тихому. Тут серьезно все. Я уже и забыл, что я тут ищу. Пробейтесь через карантинную зону в библиотеке. Ага. Ага.
ну так, немножко ждем, как бы. Я уже знаю, что будет там, и поэтому я беру это. Вместо дробовика я все-таки возьму пушку. Ну, наверняка пускаю два. О, тут если выдержит, то она самонаводящаяся становится. Да, это, кстати, фишка новая в Halo 2. Себя еще покоцал так. Не по-детски. Что у нас здесь остается? Один выстрел. Значит, пора менять. Да, дробовик пойдет. Я хочу скорпион. Я вижу там танк скорпион стоит бесхозный. Контролька. Я думаю, он ждет именно, блин, ну не сказать, что он новый. Это был непростой ворох. А с пушкой. Музычка заиграла. Здесь вся лажа в том, что ты не знаешь, где свои, где чужие. На ковенадской технике эти, блин, козлы всякие. Или нам все-таки туда ехать? Ну давайте поедем по правому берегу. Там и оставайся. Да, нет, и Ghost, и Punch. Я думал, это, блин, трупики.
Они живые были. Ну, как? Могут ли зомби быть живыми? Да, видите, с той стороны, наверное, тупик был. Так, у нас одна гусеница уже открыта. Валим, 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 там снаряд полетел. Рамазал. Так, вот там скорпиончик стоит, думаю, более целый, чем наш. Быстрее добежать, чем доехать. Я успел. Я успел. А вон и пеликан. Человеческий. О, да, я это помню. Да, пешком тут напряжно. Так, вот еще один наш братец. Побежали. Да, вообще-то у него такой драндулет, что он бы сюда проехал. Но он мне не нравится. Как-то у него и толку от него мало. Так. У меня за окном такой ветер гуляет. Как будто бы в игре. Тишина. Сейчас на... повылазит. Так, мы в какой-то контрольной рубке, судя по всему. Да, мы еще будем играть вот на этом месте за людей. В общем, двигайся дальше, арбитр, а он задержит. Люди немножко впереди. А, это там же, да. Это они ищут индекс, и там женщина-командирша, которой вместе с нами вручали медаль. Здесь не мастер чиф, потому что мастер чиф ушел в пучину. Нас пятеро. Ой, это я помню. Сейчас тут мы выгрузимся здесь, а с разных сторон будут. А у меня гранат нету. Ну, конечно, они сейчас начнут прыгать к нам. На колени. Так. Ох.
это я затупил, у меня же граната была. Крепкие какие ребята. Кстати, я знаю, откуда они лезут. Они лезут вот оттуда. Вот как-то так. Чего? Так, так, наших опять там выносят без меня. Нет патронов. Мне везет. Мне просто сказочно фартит. Так, мы их всех вынесли, да? Я уже сам потерялся, где я нахожусь с этой битвой. Куда мы едем? Даже не догадываюсь. Нету никого, неужели? Да, пока что тишина. Вот и фантомчик наш. Так, я смог, я сделал, я выжил. Чего, куда? Кто мне скажет, куда надо? Так, где здесь выход? Вот он. Там, да, такие моменты напряжные. Но я их хорошенько запомнил. Так, эти будут оживать? Ну, а как же? Что здесь? Здесь пехота была. Ага, это людской кораблик, который приехал раньше нас. Лифт. Люди тут прорывались с боем.
О, вот это лифт был. А вот. Индекс. Вот эта дамочка, про которую я говорил. О, ну здесь же и этот. Я думал, это паразит. Индекс безопасности. А он сказал, что твой отец просил меня, ну, что-то вроде типа присмотреть за тобой. Сейчас элита невидимая их, наверное, порубит. Арбитр. Джонсон офигел. Кстати, я забыл, у нас же невидимость, по идее, должна была быть. В общем, это моя ответственность. Он говорит, не, ни хрена, я его заберу. Бруты оборзели. В общем, он говорит, что ваша раса все ушла на второй план, теперь бруты будут рулить. Дурак. Они приказали мне это сделать. О, вот он. Убить нас. Во, козлы. Предали. Ну да, его ж на смерти посылали. Мега прыжок.